Всем привет! Сегодня 30 апреля. Началось тут купание у нас. Прям ныряет туда, как утка. Залез по пояс. Наверное, надо им побольше какую-нибудь ставить, чтобы они все разом туда ныряли. То один залез, другие не могут. Вот прям с головой. Вот. Следующий пошел. Вот вдвоем залез. Ну, следующий. Уже пол купалки воды оттуда вылезли. Довольный. Ныряет тут, лазит по воде. Все, накупались. Сейчас сушиться полезу. Полезли сушиться теперь. Все, пошли сушиться. Тут у нас самцы полезли. Ну, в следующий раз я им побольше поставлю, чтобы они все разом туда могли залезть. Летели тут, подгрызают. Папашка побежал кормить всех. Птенчик повторяет за самочкой, учится кушать. Вот вниз спустился, еще кормит двоих.
Ну там самого малька. Так и этого не бросил. Папашка учит, как клевать. Синяя самка всех подряд кормит, и зеленых, и своих. Певцы здесь у нас распелись все. Все поют, все довольны жизнью. Так, вот эти два уже почти полностью долиняли. Хвосты острые, как спицы. Чуть-чуть там остался. Поют отменно. Да и вот эти молодежь тоже поют, как вовсю заливается. Ну, на этом все. Всем пока.